Оренбургские храмы вновь начнут принимать верующих. Находясь в церкви, нужно соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, которые действуют во всех общественных местах. Однако есть ряд ограничений. Верующим рекомендовано воздержаться от некоторых церковных обрядов. Протирание икон, крестов, протирание лжицы при совершении причащения. Рекомендуется верующим воздерживаться от целования икон, предметов других, то есть просто совершать крестное знамение с поклонением. Но очень радостно, конечно, что такое решение принято, особенно в преддверии великого 20-го праздника Успения Божией Матери. Во всех храмах Оренбуржья богослужения совершались по расписанию, несмотря на отсутствие прихожан. Верующие могли посещать церкви вне служб. С 28 августа запрет на посещение храмов снимается. Нет и ограничений по количеству человек.